рассказывает, что в женское молельное помещение пришла одна женщина, чтобы послушать урок. А другая женщина сказала ей: «Нет, выйди из мечети», потому что она не была одета в полный хиджаб. И это ошибка. Не таким должен быть призыв к Аллаху табарака ва тааля. Не таким должен быть призыв к Аллаху табарака ва тааля. Но необходимо наставлять людей, наоборот, принимать их, а потом разъяснять им истину. Разъяснять им, что дозволено, а что запрещено. А если человек будет отвращать людей от религии, то пророк, алейхиссалату вассалям, говорит Муазу ибн Джабалю: «Среди вас есть отвращающие». Муазу, да будет доволен им Аллах. Что же говорить о нас? Человеку нужно бояться Аллаха, субхану ва тааля, и не быть причиной отвращения людей от ответа на призыв к истине. Аллаху аль-мустаан.